Нет ничего хуже, чем смотреть трейлер и ближе к концу понимать, что ты уже знаешь половину сюжета фильма. И эта проблема не только нынешнего поколения фильмов. На протяжении десятилетий создатели пихают в трейлеры спойлеры, которые портят весь фильм. Давайте осветим некоторые из них. Ну и без спойлеров никак, естественно. «Последний дом слева». Трейлер фильма «Последний дом слева» 2009 года в прямом смысле рассказывает весь фильм. За 2,5 минуты он рассказывает о том, как две девушки повстречали не лучшую компанию незнакомцев. В итоге одну они убили, а вторую подстрелили в озере. Чтобы закончить начатое, они остаются переночевать в доме ее родителей под видом странников. Если бы трейлер на этом закончился, было бы еще нормально. Но нет, он продолжается. Главная героиня выживает и добирается до дома. Ее родители планируют отомстить преступникам, и в прямом смысле в трейлере показана финальная сцена. И зачем теперь смотреть кино? И так все понятно. «Изгой». Том Хэнкс сыграл одну из лучших своих ролей в этом фильме, но каждый, кто видел трейлер, поймет, что в нем рассказан весь сюжет. Поначалу все как обычно, главный герой разбивается на необитаемом острове и переживает крушение. Уже интригует, да? Выживет ли он дальше? Ну, интрига раскрывается в самом трейлере. Персонаж приспосабливается, строит укрытие, пишет записку, объясняющую, сколько он тут провел. Да более того, он говорит о том, что выжил в тех условиях и добрался до дома. И это еще один случай того, как последние кадры фильма совпадают с последними кадрами трейлера. Все, больше интриг не осталось. Спасибо вам, горе-монтажеры трейлера. Остров проклятых. Paramount Pictures особенно не парились над сокрытием информации о сюжете в трейлере. По большому счету, он раскрывает довольно много информации и почти весь сюжет. Исчезновение Рэйчел Саландо вообще никакая не тайна. Так же, как и существование неизвестного 67-го пациента психбольницы и даже быстрый переход к сомнениям главного героя в реальности происходящего. Ну, хорошо, хоть они финальную интригу фильма в трейлере не показали. Ради нее, в принципе, стоит смотреть. Но не усните, пока дойдете до нее. Цена страха. Дебют Бена Аффлека в роли Джека Райнера в 2002 году презентует фильм «Цена страха». И это идеальный пример того, как не надо делать трейлеры к шпионским фильмам. Тут задается интригующий вопрос, смогут ли персонажи Бена Аффлека и Моргана Фримена выследить пропавших русских ученых, пока они не построили ядерку и не отправили ее на США. Звучит интригующе и может привлечь народ в кинотеатры. Но дальше больше в трейлере показывают взрыв той самой бомбы. Остальная история о том, как Райан удерживает президента от неверных действий против России, выглядит уже не так интересно. «Бэтмен против Супермена на заре справедливости». Было несколько трейлеров к этому супергеройскому мега-блокбастеру, но во втором промо-трейлере студия решила показать все вкусняшки фильма в надежде на то, что поклонники все равно доберутся до кинотеатров. Трейлер вообще не оставляет интриг. Он смонтирован по порядку, и все основное рассказано. Лекс Лютер сталкивает Брюса Уэйна и Кларка Кента, а потом манипулирует обоями, чтобы заставить их драться друг с другом. Оба героя немного мочат друг друга, что в принципе подразумевается в названии, так что тут без вопросов. Но вот сюрприз, тут против них выходит Думсдей. Но кто же спасет планету от него? И тут появляется Чудо-женщина, и дуэт переходит в трио. Работая вместе, они спасают целый мир. Но даже несмотря на спойлеры трейлера, фильм все равно заработал почти $1 миллиард в прокате. Так что риск окупился. Хотя непонятно, на что они надеялись. Пункт назначения. Все фильмы пунктов назначения страдают этой болячкой и пихают кучу спойлеров в трейлеры. Мы знаем, конечно, что все персонажи тем или иным образом избежали смерти и должны теперь встретить свою судьбу. Но самое плохое в том, что в трейлерах показаны смерти этих персонажей, что как бы портит весь прикол. В трейлере к первому фильму, например, мы видим сразу кончину Тодда, Мисс Ньютон и Билли. Последующие сиквелы страдают тем же и показывают нам, кого точно порешают. «Кингсман. Золотое кольцо». Выпущенный в 2014 году «Кингсман» показывает нам сцену, как Гарри Харту стреляют в лицо. Это намекает на то, что персонаж выведен из игры, а Экси берет его роль в свои руки. Но в официальном первом же трейлере студия решила заспойлерить один из самых прикольных моментов фильма одной последней секундой. После такого режиссер Мэтью Вон не мог спать спокойно. Я просто умолял студию не показывать это, в этом самый сок первого акта, после которого аудиторию зацепит фильм еще больше. Очевидно, Фокс не разделяет его мнение. Во втором трейлере они вообще показали Гарри в действии и даже раскрыли злодейскую сторону персонажа Джулианы Мур. Пятница 13. Пусть «Пятница 13» в свои 80-е года собрала целую кучу людей в кинотеатрах и положила начало целой франшизе, трейлер портит всю интригу. В типичном для 80-х стиле у трейлера есть озвучка диктора. Но в этот раз Paramount не стали начитывать интересный синопсис или предысторию, они просто показали убийство каждой жертвы, считая их голосом. One.
Но мало того, что трейлер демонстрирует нам смерть каждой жертвы, так еще и издевается над зрителями. Там считают до 13, пока не появится название. Интересный ход. Но подразумевается, что будет 12 жертв. Однако всего за фильм убивают 10 человек. Так вы еще и лжецы, оказывается, уважаемые создатели трейлера. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и посмотрите еще видео, которые, мы уверены, вам понравятся.